я побольше понимаю, но мне это доказывать вообще неинтересно. Если хотите, слушайте, если не согласны, не хотите, выключайте. Так вот, по поводу Капелла, отношение именно такое, на которое настраивает там тоже телевизор и так далее, и обычные стереотипы людей, которые раз в 4 года смотрят футбол, или просто не разбирается, или разбирается в нем на уровне Кузьмичей, когда в каком-нибудь клубе, я уже 100 раз это говорил, но еще раз повторю, чтобы вот теперь, до того, как мы вылетели,